Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики. Решил снять видос по поводу самодельный плазморез своими руками. Наткнулся я, значит, вот на такое видео. Мне очень понравилось. Вот Виталий Богачев, мужика, руки растут из того места, откуда надо. Посмотрим кусочек видео и будем рассматривать комплектующие. Это 1 миллиметр, конечно, его можно и ножницами порезать, но так, дальше. В общем, по видео ясно, что миллиметровку он легко срезает. Также очень много видео в YouTube по поводу плазменной резки. Режет он до 10 миллиметров. Есть вопрос из того, из чего состоит плазменный резак. Первое, это у нас, естественно, если мы сами будем делать инверторный, мы сделать не сможем. Может быть, специалисты какие-то там и умудряются каким-то образом сделать инверторные плазморезы. Но для меня, например, это не совсем понятно. Рассмотрим трансформаторный вариант. Значит, сеть 220 вольт. Первичка 220 вольт. 160 микрофарад на 500 вольт. Вот этот конденсатор отсюда выкидываем. Вторичка, значит, у нас 220-250 вольт. То есть приблизительно она равняется первичке. То есть толщина провода и количество намотки, оборотов, витков идентичны. Вот таким вот столбиком обозначается железо, сердечник. Потом у нас идет диодный мост. После диодного моста идет конденсатор, который повышает с 220 вольт, если у нас идентичные обмотки первичные и вторичные. Конденсатор после выпрямления повышает напряжение приблизительно 40-35%. То есть на выходе мы получаем 320 вольт. Это то, что нам и нужно. Дроссель. Это схема не плазмореза, это схема обычного сварочного аппарата. Дроссель приблизительно от 500 ватт до киловатта. Количество витков пока не могу сказать, но диаметр провода должен быть такой же, как на вторичке. Количество витков приблизительно 20% от количества витков вторички. Вот в эти контакты подключается осциллятор. То есть масса. На массу обязательно плюс надо делать, не минус. А тут минус. Сюда подключается осциллятор. Осциллятор работает через дроссель. Он вот здесь, короче, замыкания никакого не происходит. То есть все эти импульсы гасятся на дросселе. Получается дежурная дуга, и при включении плазмореза у вас поддерживается горение. Так, прошу прощения. Так, продолжим. В общем, лазил я по многим сайтам, по русским, по китайским, нашел кое-какие товары, которые могут подойти. Первое — это осциллятор сборе на 220 вольт, 1771 рубль, бесплатная доставка, срок доставки 30-45 дней. Регистрируется на AliExpress, заказывайте товар, все, никаких проблем. Так, вот этот вот, где у меня курсор, вот на левой картинке, это у нас, так сказать, разрядник. То есть, чтобы напряжение, максимально допустимое напряжение в держаке не превышало какого-то номинала. То есть, чтобы, грубо говоря, там током, не током, скорее всего, а вольтаж, это напряжение, вольтажом не шандарахнуло. Чтобы
разряд шел здесь. Можно также этот агрегат собрать из обычных мотоциклетных, автомобильных бобин, там катушек высокого напряжения. Ну, к этому надо будет или диодную схему собирать, или же какой-то зуммер на релюшке собирать. Ну ладно, ссылку я оставлю внизу, посмотрите. Так, поехали дальше. Что нам еще для этого нужно, чтобы собрать самодельный плазморез? Еще нам нужен вот такая вот штучка, то есть держак плюс рукав 5 метров. Это самые интересные варианты, которые я нашел на AliExpress. Самый распространенный тип держака RT31. Комплектующих очень много на этот, на эту модификацию. Что тут интересного? Цена интересная, но доставка не интересная. Но я уверяю вас, что это самое лучшее предложение на AliExpress, потому что кое-где цена кусается, доставка бесплатная, кое-где цена еще ниже, доставка еще дороже. Это самая оптимальная цена на товар плюс доставка. Что тут у нас еще интересно? Так это доставка. 15-22 дня. 35 дней. То есть, если продавец не успевает доставить вам товар в эти сроки, вот 35 дней, вам возвращается стоимость заказанного вами товара. Также можно купить держак без вот этого дополнительного рукава. Так, сейчас мы зайдем в корзину, там у меня есть. Вот держак без дополнительного рукава. Ну, плюс то, что есть расходники. В том варианте не было расходников, в этом варианте есть расходник. Ну, расходников на RT31 AliExpress полно. И очень большими партиями, пачками там стоит недорого. Тут уже срок доставки 60 дней. Стоимость доставка 317. Цена 547, общая стоимость 846 рублей. Поехали дальше. Что еще нам нужно для самодельного плазмореза? По поводу трансформатора, это я на AliExpress ничего не нашел. Можете даже не искать, не пытаться. Вот диодные мосты. Не мосты, а вентили, кремниевые диоды. 598 рублей штука. Срок доставки, опять же, очень интересно. 14-23 дня, 27 дней. Ну вот, я живу в таком районе, что ко мне посылка раньше, чем за 35 дней, никогда не приходила. Вы можете подать спор. Вам придет возврат денег. Ну и подождете слегка, товар подъедет дальше. Ссылку опять же оставлю внизу. Это самые оптимальные варианты, я еще раз повторяю, то, что я нашел на AliExpress. То есть даже можете не пытаться, не шурфить, там не лазить, ничего вы не найдете. 200 ампер это в 3 раза больше, чем положено. Что-то у меня подвисло. Что такое есть? Опять корзину открываем. Так, диодная сборка. То есть тот, кто не хочет диодиками отдельно, на каждый диодик нужен радиатор, лепить, соединять. Что-то AliExpress подвис. Ну ладно. Для этого есть диодный мостовой выпрямитель. На 2 контакта подцепляется переменка, с остальных 2 контактов вы получаете постоянку, и все это прикручивается через термопасту на радиатор. Цена всего лишь 488 рублей, доставка 210, итого 700 рублей. Ну,
ребята, тем, кто вообще не хочет с такими проблемами связываться. Тут есть вот такой аппарат. Да что такое есть? В общем, плазменный резак ГУД 50. Горелка РТ-31. Стоимость 16 119 рублей. Доставка 1285, итого 17 200. Этот резак, посмотрел его параметры, работает на напряжении сети 220 вольт. Регулируется регулятором, имеется дисплей. Сейчас попробуем еще раз открыть. Вот, имеется дисплей, выключение, включить-выключить, манометр. Отзывы на этот аппарат я в YouTube посмотрел, на AliExpress посмотрел, очень хорошие. То есть проблем никаких не будет. Ну и опять же, цена очень заманчивая. Почему она очень заманчивая? Да потому что в России такой аппарат, как минимум, самый минимум, стоит вот с таким вот дисплейчиком в два раза дороже. Мощнее для домашних условий брать смысла, думаю, нет. Есть в России аппараты и без этого вот дисплейчика, но ценник уже 25 тысяч рублей. Если уже дисплейчик встроенный, то уже меньше, чем за тридцатник не подходи. 30-35 и выше. Так что всем советую. В общем, обзор закончил. Подписывайтесь на мой канал. Будем выкладывать видео. Интересное всякое. Все, всем пока.